Всем привет, вы на канале Строган Тим, и сейчас я хочу сделать обзор на инвокер. Почему я хочу сделать на инвокера, так как была какая-то фигня непонятная. Непонятная фигня, я хочу сделать нормальный обзор на него. Вы видите, у меня уже пару шмоток есть на инвокера. Я хочу собрать комплект. Я собираю. Я собираю комплект. Хочу собрать полностью. Так. На мид я думаю брать бутылку, так как я хочу руны контролировать. Но если не хотите руны контролировать, то можете не брать бутылку. Я качаюсь через экзорт. Ну, отлично на урон. Главное инвокеру в любых случаях собрать огонь, так как с ним мы становимся пианистом, который имеет кучу скиллов. Ну, 2 скилла и плюс быстро делает новые. Дальше уже по желанию, я думаю, с руки хорошо бить будем. Соберем что-то для руки. Так, против нас снайпер. Будет трудно, так как я мах, он снайпер. Я всегда так делаю. Я получаю санстрайк, я могу палить по всей карте. Отлично для помощи, отлично оно будет. И для простого урона. Используйте как хотите, даже для разведки можно использовать. Но очень дорогая, как бы по мне, разведка. Сейчас фармим. И мешаем фармить ему. Так, нам надо будет векс качать, так как я хочу. У нас пик как бы не очень. Все на ближний бой. Ой, на дальний. Абсолютно все. Попал. Видите, иногда полезно там помочь, там все дела. Пора уже посмотреть рунку. У нас регенерация не помешает. Ману восстановить там, чтобы на базу не идти там.
Надо придумать, как контролировать своего противника по миду. Я вот думаю, или... Через cold snap попробовать. Попробуем через cold snap. Ловушка такая вот будет. Что-то у нас не очень удачно вышло. Но сам cold snap замораживает их. Не один раз, а очень даже много раз. Так, у нас надо вот, вот эти вот бутсы купить, так как скорость у нас не быстрая. Так, cold snap зависит от шарика cold, так что нам нужно для Cold Snap качать. Видите, как понадобилась нам рунка. И вот мы уже целенькие. Так, что-то мне неудачно идет против снайпера. Если я его с руки буду лупить, я его дальше больше не чем он меня. С руки луплю. Вообще можно инвокера даже раскачать, чтобы он с руки много бил. Купить там ему всякие дайдалусы. Его с руки. Но у нас нету таких всяких нюкеров. Пока так будет. Сейчас надо попробовать его убить. Неплохо так. Неплохо, и он убежал. То, что нам нужно. Не дадим качаться. Так это, так как это у них самый страшный керри. Вы видели, я сначала кидаю санстрайк, потом его замораживаю, чтобы он не мог убежать. Кто отменил мою покупку? Так, вот наш first blood. Сейчас не успели. Сильно нас продамажил. Ничего, у нас есть синие шарики, так что мы можем быстренько полечиться. Ох ты, видите, как нам помогло. Так отлично выручил. Или можно еще попробовать его. Вызывает духа. Попробовать его так использовать. Так, вот вижу, стоят над. Когда видите, что они стоят, надо по максимальному помогать своей команде. Сейчас надо собирать
Аганим, с ним мы становимся очень универсальны. У нас появляется много заклинаний. И пианистом становимся. Да, надо еще поучиться угадывать, куда он побежит, чтобы попасть по нему. Пока все идет нормально. Насобираем сейчас скоро 1200 и купим Point Booster, который добавит нам и жизнь, и ману, и все, что нам нужно. Давайте бежим, сходим. Но против снайпера очень тяжело, так как он сдалека валит. Вот сейчас попробуем. Да, надо его почаще лупить. Ха-ха-ха. Мне уже который раз везет. Да, вовремя я появился здесь. Сейчас попробовать надо ее убить. Ну, видите, иногда полезно попробовать посмотреть по карте, может кого убьем. Снайпер очень сложный, далеко так лупит. Единственный шанс поставить на быструю скорость атаки и лупить его, и он будет cold snap'ом. Вот о чем я говорил. Cold snap и скорострельность надо. Значит, качаем скорострельность. Если бы нам надо был урон, мы бы качали урон. Все зависит от ситуации. О, уже один бросил. О. Это уже... Нубы такие попались, но я вам думаю, не попадутся они. Я за инвокера надо играть очень много, тренироваться, все его скиллы изучить. Я отыграл больше 10 игр. Опа-на. Убегает, но если его застать, можно хорошо cold snap'ом продамажить. Ха, я не убил нашего. На мало жизни против снайпера лучше не стоять, он своим выстрелом вас убьет.
я думаю, уже понятно про инвокера. Там потом будем сочетание клавиш делать. Выбираем типа два навыка. Готовим третий. Запоминаем четвертый, чтобы быть готовым. И вот у нас будет просто-напросто 4 скилла сразу. Лишь бы маны хватило и времени на перезарядку. А так он должен оставаться сбоку или возле танка, но чтобы вас не в фокусе. Да. Мог быть мой шанс, я бы напал, но тут крипы мешают. Его обойти. Тогда он не успеет убежать. А вот его нет. Что можно прислать? Ушел. Пока с него делаем личного гангера. Чтобы никто от нас не убежал. Идем поможем, может. Так, купим что-нибудь. Что-то мы долго идем. Да я знаю, идем, идем. Как еще мы, у нас выходит выигрывать? У нас как-то не очень тимка. Обана. Помощи бы. Отлично. Хотя бы научился делать санстрайки. Вы видели, мы вообще отлично, легко убили. Ну, правда, не сам. Мне еще Зевс помогал, но все-таки. Вот и мы убили. Вот и помогли санстрайкам. Вообще отлично. Работаем как саппорты. Если все идет гладко по той тактике, то улучшаем ее. Killing spree. Култснэпа никто не убил. Правда, еще мне везет так, как нубы. Короче, Б. Это сложно. Было там. Okay.
Если получается по этой тактике, если они ходят в одиночку, то можно вот по этой тактике их ловить и убивать. Ну вот, она просто ульту использовала, я бы так бы выжил. А так вы видели, почти никто не отклонился от моей санстрайк удара. Моего санстрайк удара. Все очень легко за него играть, если раскачаться. А если они группой ходят, тогда надо такие групповые скиллы. Например, Бласт очень хороший, дамажит отлично, оглушает, отталкивает, все дела. Хаос Метеор это обязательно на замес кидаешь Хаос Метеор и МП. Маны, смотрите, сколько сжигает. Максимально 400. 400 маны, половина маны. Никто не захочет потратить. Торнадо тоже неплохо. Кидаешь, он летит. Короче, используйте все скиллы, подбирайте. Все, что вам нравится. Как получается, так как на каждого врага свой билд. Ну все, и дальше собираем по усмотрению. Если надо урон, собираем там. Собираем тента, можно, но это на замедление. Против двоим, думаю, не пойти. Хотя есть нас тоже двое. Или же если нас постоянно выносят, постоянно контролируют, постоянно убивает, собираем БКБ и в замесах используем. И сожрал ему ману. Ах, нехорошо перебивать. Короче.
Короче, иду я на базу. Я думаю, стоит забрать. Глаз вот этот, он даст нам красивую анимацию урона, замедление, здоровье мана, все атрибуты, если не хватает живучести. Ну, чтобы вообще не возвращаться на базу. Пока тут максимальный уровень. Все пока очень легко можно. Страйк сам заменить на этот, так как урон тоже хорош дает и ману сжирает. И он действует на всех в радиусе, а не только на одного. Так, вижу, надо помогать. Бежим. Никто тут не остался. Да, они неплохо отбились. Не, вот туда подвеску уже не стоит идти пока на базу. И это все. Фокусят не здорово. И пока можно придумать, какой скилл использовать. Или подождать, пока откатится. Но мы подождали, так что можно возвращаться назад. Идем. Тоже не стоит, так как мы были без керри, без какого-нибудь станера, просто отдались. Сайленс на инвокере очень плохо. Ну, для нас плохо.
для них то хорошо. Чего, ты хочешь сбой? Так, они. Оба-на. Вот это. Вот это ловушка была. Денег у меня теперь нет. Теперь минуту ждать. Да, ходят там хиленькие. Нет, я сам теперь не буду врываться и вам не советую. Разве что есть Blast или Торнадо. Ну, на одного еще можно повесим Cold Snap. Потери, две смерти подряд было. Все, Винвис ушел. Не успели мы его. Если бы не крипы, я бы его убил. А ты чего тут сделаешь? Он с Винвиза выйдет и все. Да, я думаю, нет. Оба-на. Надо убегать, если двоих видим. Идите сюда, что ли. Вы видите, какая у нас скорострельность. И если мы все будем попадать по врагу, которого Cold Snap, он просто не сможет идти. Вы видите, я на по памяти набрал QQV. А это Ghost Walk, чтобы убежать. Там был снайпер, который нас убил. Не очень здорово. Скальпи пишут, отрывался. Что-то мы вначале играли как команда, а сейчас как нубер бежит, кто куда фармлят, не попало от чего.
что-то там пошел. На Рошана. Мы не убьем. Так. Надо быстренько. Бластеры сделаем, так как командные бои уже. Бластер сделаем и торнадо. И будем держать всех дам. Давайте по меду идем. Вот они сразу прибежали. Давайте идем, что? Попался. Ну, ульта так нечестная. Я их убил. Вот видите, меня зафокусили, первого сняли. Знают, что я опасный, у меня все фокусят. Давайте, идите. Все, 5-5-5, 3-5. Надо тогда купить бустер поинт жизни. Ману купим, так как игра уже заканчивается. Да что вы? Теперь у нас вышел саппорт. Мы их обезвреживаем. Ману съедаем. Не дамажим ничего. Так. Саппортик такой вышел у нас. Можно его вообще прокачать, если саппортов много. Давайте, го-го. Чё-то я запутался. Запутался в скиллах и что-то. Сторонам, чтобы он меньше людей умрет. Короче, идем фармить.
Так что спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях свои ники со Стима. Может, сыграем вместе. Так что комментируйте видео, ставьте лайки. Все приветствуется. И всем удачи и пока.